там 4800 аж платят. Все, я выбрал, погнали. Бля, подозрительно, на что-то много платит. Гугл. Я не знаю. Ну что, мы, наверное, не довезем, надо следить опять за медикаментами, там, не знаю. Кажется, там, блядь, не медикаменты, а живые существа сейчас будут петь. Которые нас захотят съесть. Это скам. Тебе сколько нам плыть сейчас надо будет? Опять... Нам плыть сейчас, только... скажу. Так, реактор запустили? Нет. Блядь. Я только заспавнился. Странно. Допустили. Ладно. Чё там случилось? Посмотрел, чего в этих медицинских ящиках, но там по одному бинту кажется. И чё ты тогда? Надо плыть. Ой, блядь, тут 1000 метров, кажется. Да? Ой, блядь, на нас уже напали, пацаны! Да. Где? Снизу. Нам же сразу нападает. Не, у нас нету пушек снизу. А у нас только свет? Да. Блядь. Да, я ж сказал. Ладно, я на левых. Я иду в ползуны. А, на нас клоуны напали! Блядь! Сейчас. Кажется, они вылезли в ящик. А, Димас! Ну ладно, блядь. Типа да. А чё это в каждом ящике по одному бинту, блядь? Ну ёбаный ты ру. Чё там них кислорода мало. А клоуна, сука, огромного не заметил. А, слушайте, у нас... Я не могу тут пистолетов, тут нельзя ебашить руку револьвером. Давайте закроем просто. Давай. А давайте их затопим. Нет. Блядь, они вылезли. Слишком долго. А, блядь, да я один ящик это дал. Его, он, блядь, помой с моего пистолета. А, блядь, мне... Пиздец. Чё за хуйня? Мне чё, руку отрезали, блядь? Меня пиздят в реакторной. Блядь, да их невозможно убить, нахуй! Ну они наполовину. Похуй. Я открываю все люки, давайте, суки. Они, кстати, сука, под водой, кажется, умеют дышать, блядь. Я просто видел, как один там плавал, блядь, и все. Я умер. Душ я, блядь, кажется. Или мне кажется, да. Хотя стой, что-то он вон скрил. Он лежит. Блять, они просто плывут, как... Им плевать, как-то... Я не могу ничего взять. Не открыть, не взять. У тебя рук нет, у тебя отрубили. Не, руки-то у меня, блядь, есть. Блять, пацаны, они ломают еще, видите, как обшивку ломают быстро. Да. Так у них топор абордажный. Надо забрать их. Ой, заберем. О, слушайте, реально, а можем вооружение запереть, и пусть там Алекса как старается. Я себе. Олег, возьми тоже топор просто, бордаж. Бля, там нашего инженера пить.